Ну и дабы вновь не прорываться через целую ораву приятнейшее наполняющих это место созданий, пока не будем исцеляться и пополнять все свои запасы, а пойдем налево. И да, я знаю, что иду направо. Вот, но мне просто интересно, не пропустил ли я там что-нибудь. Потому что я после этой бабы-яги, мягко скажем, уже никакущий. Замотала она меня, тут не поспоришь. Я рассчитывал на то, что это место такое замученное, а сам босс будет довольно простым. Ага. Как же. Как же. Да черт с ним. Мы, самое главное, языковой барьер здесь нашли. С семьей, которую нас просили разобраться, разобрались. Вот, так что, в принципе, какие проблемы? Никаких проблем. Просто тупо идем налево. Как я уже сказал выше. Так, по-прежнему тут ничего такого нет. И посмотрим, куда нас приведет тот путь. Мне аж самому любопытно, что то за место. Так. Ну что же интересно скрывает это место. Серьезно, я промахнулся. Спасибо за очередной уровень. Был бы от него, конечно, толк. Хотя, возможно, он и есть. Ого, сразу две мощные птички. Что может быть лучше? Спасибо. Успокоительное мне сейчас прям уж не помешает. О, не-не-не-не-не-не-не, иди ты в пень. Он меня по-любому сейчас убьет. Это 100%. Ух ты, еще у нас и вот такой вот. Зашибись. Теперь он от нас хрен отстанет, я правильно понимаю? Ну что же. Удачно мы припарковались здесь. Тебя убьем, чтоб ты меня не преследовала, сволочь. Чуть-чуть выносливости не хватило, дабы всех завалить. Я не зажимал атаку, а просто нажал. Почему ты делаешь не то, что я тебя прошу иногда? Дамочка, ну что с тобой не так? Да вы гоните.
не, ребят, идите нахрен. Там этот, тут этот. Но это уже не серьезно. Я вот сюда хочу пойти и узнать, что там такое интересное лежит. О, теперь я вижу, что там интересное лежит. Тогда придется все-таки туда пойти. Ага, а это переход в новую область. Так, ну, ребята, мне кажется, все-таки придется сохраниться, пополнить все свои запасы и пойти туда. Как бы мы этого не хотели, но сделать надо это. Надо. Побежать и забрать то благословение нужно. Возможно, оно нам и не нужно, но... Ведь нас потом будет мучить сомнение по поводу того, а что же там, может там что-то важное, что-то сочное, приятное. Придется опять через туевую кучу врагов пробираться. Интересно, а можно от них просто убежать? Они, или они будут меня преследовать капитально? Долбаная свинка. Почему я вообще... Зачем я сюда вообще пришел? Ну и шо, оно стоило того? Этого вообще не стоило. А я пришел. Ну, в общем, да, это весело. Ау! Люки. Фух. Надо... Как приятно, когда открыто окошко. Правда, не навстишь, а только так на проветривание. Но это надо будет все-таки исправить. Мало воздуха заходит, дабы я пришел в себя. Просто класс. О, так ты все еще ходишь за мной? Не знаю, куда ты пошел, но иди нафиг. Как же вас много. Тут хоть спиной к нему стой, хоть не стой к нему спиной. Долбанный призрак опять появился, ну зашибись. Благословение убийцы.
Спасибо, всю жизнь мечтал. Но что она означает, узнаем позже. Да, не тратим силы на этого призрака, он не настоящий. Это всего лишь плод нашего воображения, который насылают нам местные боги. Желающие свести нас с ума. Так, давайте, знаете что, просто покинем это чертово место и пойдем дальше. Логично? Я считаю, логично. Гробница короля. Это круто. Это мы к очередному боссу пришли. Ну, давайте где-нибудь здесь сейф постараемся по-быстрому отыскать. Вернемся, сдадим два задания и продолжим наше путешествие. Тихо. Снова ты здесь, алкаш. Ты смотри, доиграйся когда-нибудь, что я тебя проткну нахрен. Что-то мне кажется, не в доброе место мы его твою мать. Очень недоброе место мы попали. Кровь, мать твою. Что, ты призрак сдох с двух ударов? Такого не бывает. Либо я тебе критикал нанес. Да ты серьезно? Дотянулся своей клешней. Ирод. Покоян. Фух. Не повезло чуваку здесь, конечно. Так. Серьезно? Звериные успокоительные. Я думаю, можно его на себя применить. Блять, повесите. Давай, выносите. Здравомыслие, давайте мои мозги. Восстанавливайтесь настолько, насколько это возможно. О, как я люблю, когда мозги восстановлены. Фух. А можно сейф, пожалуйста? Чё ты плюешься этой хренью? До свидания.
Я это забираю, спасибо. Так, эта зона явно похожа на то, что мы движемся к боссу. А я этого не хочу. А то, что у нас еще сейва нет, меня это еще больше бесит. Ху-ху-ху-ху-ху. Свирепый разбойник. Спасибо, конечно. Так, скорости, конечно, скажем мягко, очень мало. Но рубит что надо. Если я найду где-то очень классную руну. Я так понял, 4 руны можно вставить или... Не, походу, все-таки 3. Вот, то надо... Ой-о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 й. Да подохни. Че, с тобой подлечусь, найду потом сейф, восполним наши запасы. Да ты серьезно? Ну я сам виноват, да. Увлекся. О, да. Вот за это благодарочка. Давайте-ка. Спасибо. Помедитируем немножко. Вот, а теперь переместимся. Потому что... Старая Морния. Так. Так, самое начало. Так, ну, нет, тот чел, который нам нужен, находится сзади. Или нет? Так, ну это пещеры одиночества, в которых мы были. Так, а ну-ка, надо вернуться, наверное, обратно. Я уже просто не помню, да, он должен стоять где-то здесь. Вот. Память у меня еще есть, хоть какая-то. Спасибо. Языковой барьер пройден. Великая руна ярости, баллон Кромби. Грозовой грибочек. Ага. Ну, не сказал бы, что прям уж сильно спасибо ему, но все же спасибо. Квест сдан. Фух. Теперь давайте расскажем обо всем, что мы видели, слышали и чувствовали тому самому бедному мужичку, который попросил нас найти его семью. Теперь главное вспомнить, где он. Желчье поле. Успеем. Туда я пока не могу отправиться без какого-то благословения. А вот и ты. Прости. Прости. Я... Честно, хотел помочь, но было слишком поздно.
Мушкет Кромби. Понял. Выкидываем обратно. А тут мне надо уже кучу всего выкидывать. И сундука никакого нету, куда можно было бы это все положить. Вроде бы. Ну, возможно, позже нам его дадут. Хотя, мне кажется, что нет. В общем, да, грустно. Гробница короля. Зачем мы вообще сюда идем? Непонятно. Ведь мы ему... А как же сейф? В принципе, мы возле него. Но все же. Так. Тут, там мы были, направо мы ходили. Там настолько сейф и больше прохода нет, а значит... Можно идти сюда и встретить очередного босса. Судя по такой обширной зоне, наверняка мы сейчас еще будем страдать. Ясно. Слишком жирный. Не, ребята, он слишком жирный для нас пока. Я на Бабу-Ягу грешил, что она у нас такая... Мягко скажем, была жесткая, а не, я ошибся. Прости, король, я тобой, конечно, займусь, но позже. Против него реально надо либо какая-то тактика, либо какое-то мощное снаряжение, либо и то, и другое. Либо же, возможно, где-то есть у него слабое место, в которое нужно бить, кто знает. Ну, в общем, давайте-ка забьем болт на это место. Мы сюда, конечно, еще вернемся, но, разумеется, не сейчас. Вот. Я все понимаю, но это уже перебор. Перемещение. Так, старая Морния, деревня, ворота в сад. У нас еще был путь на север, так скажем. Давайте топать на север. Почему бы и нет. Сады Морнии.
Посмотрим, какие приключения нас будут ожидать. Туточки. Ну, здесь по сравнению с тем болотом хотя бы красиво. И на том спасибо. Так. Угу. То есть намек на то, что мы наносим сильный урон в спину. Хорошо, но... Так, повышает максимальное здоровье. Не знаю, зачем я это сделал, но я это сделал. Здесь круто.